Только что ты научился сохранять свою анимацию в файл, и я обещала показать, как после этого создать новую анимацию. Делается это очень просто. Давай перейдем в Scratch и рассмотрим. Вот наш сохраненный мультик. И теперь нам достаточно просто выбрать уже известный нам пункт меню «Файл». Надеюсь, ты помнишь, что такое файл. И создать новый. Просто выбираем первый пункт меню. Новый. Да, есть маленькая сложность. Scratch нас спрашивает и что-то по-английски. И мы должны ответить или окей, или отмена. Что это за сообщение такое? Вообще многие программы выдают похожие сообщения. В данном случае Scratch еще раз спрашивает нас, хотим ли мы удалить то содержимое, тот мультфильм, который здесь, с нашей сцены. Так как мы сохранили файл, мы можем спокойно нажать на кнопку «Ок». Если вдруг файл забыл сохранить, лучше нажать на кнопку «Отмена» и его сохранить. Мы же нажмем «Ок», потому что уверены, что наш файл сохранен. Нажимаем. И вот наша новая сцена с одним единственным спрайтом, без скрипта. И здесь мы можем создавать новую анимацию. В следующем видео я покажу, как открыть созданную анимацию.